Бля. Ясно. Конченые. Пора прощаться. Словами это не передать. Слушай, вопрос. А можно мне порулить? Да. Господи, мать Иисусе, где я? Бля, ясно. Это Лариса. Судя по всему, меня ждет что-то интересное. Собственно говоря, вас тоже. Это говно записывает. Записывает. Всем привет, друзья. Сегодня довольно важный день для меня. Во-первых, потому что с сегодняшнего дня на полторы недели я официально влогер. Так что, пожалуйста, не оскорбляйте меня. Я буду стараться. В этот раз я буду снимать на все, что у меня есть, а не как всегда. Окей. Блин, Мармок все-таки, конечно, молодец. Сбросил вес и не набрал его. Красава. Не то, что некоторые, смотрящие влог Мармока. Вот, я подготовился, короче, по мере возможности. Дело в том, что сегодня у нас 17 июля, я сегодня улетаю в Сочи, мы там с ребятами встречаемся, как всегда у нас традиция не в Сочи встречаться, просто видеться там раз в год. И обычно как оно происходит? Я просто, вот мы что-то снимаем там, а потом овервойсом я комментирую, если делаю, конечно, какие-то влоги постфактум. Я просто за кадром комментирую, что происходит. В этот раз я решил подготовиться более основательно. Я буду по факту на месте объяснять, что происходит, все комментировать для вас, подавать вам влог-контент. Я тут... Ну, короче, обычный влог, я понял. Практически собрал все свое барахло. И не хватает одной маленькой детали. Нету чемодана у меня, потому что чемодан, который я всегда использовал, остался в Краснодаре у Аркаша, потому что он был слишком невместительный для того груза, который у меня был на тот момент. И мы купили в срочном порядке другой, побольше чемодан. Но теперь мне его не достает, вот это вот, моего нормального чемодана обычного размера. Не знаю, на сколько он литров там был, но он меня устраивал, и я хочу сегодня съездить с женой и купить новый подобный чемодан. Ясно, а тот типа слишком большой, который у него устався. Ой. Но, надеюсь, подешевле. Значит, вылет у меня сегодня в 9 вечера. Где-то в 7 я уже буду в аэропорту. Так что, ребят, суммируя вступление, ролик будет длинный. Запаситесь хавчиком. Водички вам не надо. Тут воды будет предостаточно. Приятного просмотра. Поехали. Все, друзья, мы в торговый центр. Там снимать, я думаю, не стоит. Там нечего вообще снимать. Нам по фасту надо просто забрать чемодан и купить пару вещей в дорогу, и в принципе это все. Ну все, поднимаемся домой. Значит, вот он, мой верный товарищ. И сейчас будем его упаковывать. На такую вот камеру я сейчас снимал, на более компактный вариант, потому что много вещей, неудобно без зеркалку с собой в таких ситуациях использовать. Поэтому, если качество похуже, вы уж простите, снимаю на то, что есть. Вот он, встречайте. Да, по-моему, вполне норм. Я, кстати, забыл зафиксировать, сорян. Отвратительный урод-красавец, самый мощный и дешевый чемодан. Ну, не самый дешевый, но и не сильно дорогой. Просто взял какой-то... Приныкал, прикрыл такой фен. Какой мне понравился по объему. И по эстетическому аспекту тоже. Он заполнен пока что только наполовину. Вот эти вещи тоже нужно красиво как-то организовать в этом чемодане. В принципе, у нас сейчас, значит, 4 часа 15 минут. Есть время собраться. Отсюда выезжать я буду примерно в 6 часов. Нормально, пока доедем, пока там попрощаемся. Прощание. Это тяжело, мне придется попрощаться со своей красавицей машиной, которая... Сучок!
такой прошел мимо жены. Это я так выебываюсь, потому что мне больше не придется кушать ее стряпню, у нее не будет возможности меня отравить. Так, значит, мы уже в аэропорту. Я забираю чемодан. Прощаюсь с женой. Я уже туда ждать. Пора прощаться с жабой, собственно, в путь, как говорится. Сначала в Стамбул, а потом уже в Сочи и Стамбула. Как сложно. А, ну да. Логично сложно. У нас же сейчас все сложно. С перелетами. Блин, прикольно. Я в Стамбуле. На часах 11:30. Я полетел во второй раз. Добираться ему, конечно, жесть. Короче, ситуация следующая. Три раза я нажал запись, и три раза я попал мимо. Три раза... Победитель по жизни. Я мискликнул, и мы уже вот где. Мы уже оплачиваем парковку. А там много чего было. Мы с Аркашей встретились... пососались, я увидел его машину вживую, вот эту вот красавицу. И на этом элитном такси мы сегодня поедем в наши апартаменты. Что еще сказать? Да я уже все сказал, уже повторяться нету сил. Три раза, ребята, три раза я промахнулся. Просто очень сонный, только приземлился, сразу бывает. Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, климат. Чувствуется, что ты в субтропике. Прям душно здесь, хоть и облачно, хоть и неделя такая дождливая, вроде как намечает. Это твое первое знакомство сейчас, вот в таком состоянии, что происходит? Оплатил? Все нормально? Я думал, что-то не получается. Ты забыл что-нибудь включить? Камеру, рот. Ты меня напугал, нет. Все включено. Все, кроме все мозгов. Включено. Поехали тогда. Да. Это вторая попытка сесть за руль. Ну, как бы да, Мармок из другой страны, он не из России. Поэтому ему пришлось с пересадкой там, откуда летит самолет в Россию. Опять неудачная, но я попаду за руль этой хрошки. Прикинь, я сейчас открываю дверь и просто, бля, испачкал тебе еще бардачок. Открываю дверь и просто таксист уносит ее нахуй, в Адлер. Я, мне кажется, знаешь, засмирюсь и молча лягу спать. Но сейчас я уверен, что запись идет. Блять. Это хорошо. Да, слушай, на самом деле, дай мне порулить. Я тебе, блядь, при всем уважении не могу это порулить, потому что здесь... Что? Что здесь? Нужны руки. Короче, по итогу не получилось. Все-таки выклинчил. Бля, я себе язык прикусил, сука, за что? Вот нахуя, говорить даже нормально не умею. Конченый. Договориться на миньет, и я порулю. А тут нету пимпочки этой. Где эта пимпочка? Погоди, микрофон задеваю, давай я его переставлю. Заводи. Ооо. Я накатался. Мягко, аккуратно. Мне нужно что-то. Пристегнись. Слушай, это какой-то очень лайтовый режим, потому что педалька не такая уж и отзывчивая, как ты пугал меня. Среднюю. Жопа гоняет. Чувствуется мощь под потоком. Приятное. Знаешь, обычно, что нужно сделать, чтобы понять машину полностью? Ну, как я понял, Аркаша из Краснодара. Поэтому ему было очень просто добираться до Сочи на самом деле. Знаешь, обычно, что нужно сделать, чтобы понять машину полностью? Вот это вот. Ёбаный фритур, блядь. Нужно прочувствовать тормоза. Не, было, у нас же еще не я посмотрел, я же не долбоёб. Твоя сумка.
Да и все нормально, надо почувствовать. Чувак, это не то, что надо делать на машине, тормозить в пол, блядь. Да я не в пол. Не надо. Я хорошо. Это глупая идея. Если бы он в пол, конечно, тормознул, было бы очень жестко. Не делайте так, нельзя. Ну, на любителя. Хотел отжать, у меня фотик стереть это видео. Мы заселились, разулись, вот так вот. Но я так понимаю, сейчас они уже в Сочи. Выглядит наш номер. Здесь буквально хотел коснуться двери, и он запер себя изнутри. Там сыт Аркадий, а здесь буду спать я. Здесь будет спать Аркадий. Но купаться мы будем вместе. Так и думал. Кухня. Вот такая вот кухня. Я и не сомневался. Круглый столик. Здесь я буду голышом завтракать. И вот такая вот конторка. Не знаю, зачем она здесь. Вряд ли кто-то будет тут готовить. 7 часов утра. Дня. Не знаю, ночи. Ну, как вообще хотите? Утра, по идее. Но мы хотим спать. И мы, блядь, спасибо, я тут записываю. Мы хотим сделать полную темноту. А тут, благо, есть такая возможность. Поэтому мы сейчас будем спать и постараемся выспаться. Будем спать до талого. Кто первый проснется, тот лох. Увидимся через 100 лет. И такие просто, да, просто легли и проспали. Все. Все время, чтобы не быть лохом. Спасибо за донат, большое спасибо. Марин, как всегда, хорошего стрима. Спасибки. Блять, я тебя убью. Я влогер. Привыкай. Ну а чё бы нет, прикольно. Довольно интересно на самом деле. Это где они вообще? А, это они, получается, отель где-то там рядом с Красной Поляной, что ли? Good morning. Значит, Эсто Садок. У нас сейчас на часах. Ясно. Нету фокуса. Ровно час. Час дня. Норм. А у нас утро. И, слушай, это наш завтрак, я так считаю. Мы вчера тут немножко поели перед сном всякого говна. О, у меня есть Ролтон. Слушай, если день начинается с Ролтона, то я считаю, жизнь удалась. Итак, сегодня первый день отдыха. И знаете, какие у нас планы вообще на сегодняшний день? Наши планы строит погода, потому что... Да ёбаный пересвет. Потому что... По факту. Смотри, там на самом деле облака не тучи. Облака не тучи. Я предлагаю не завтракать. Поехали, завтракаем на другом месте. Сейчас склейка. Не он монтировать будет, так что... Ну, конечно. Сейчас склейка, как он там готовит. Вот он. Нет, давай резко поехали куда-нибудь. Резко. Вместо того, чтобы взять с собой самое необходимое... Аркадий взял с собой массажер для очка. Я, честно говоря, сначала подумал, что это что-то для взбивания. Но я понял, это массажер, у которого есть разные насадки. Вроде как довольно крутая штука, если ей правильно пользоваться. Просто должен присесть. На него? Конечно. Подвинься. Нет, мне страшно, что ты хочешь сделать? Стой там. Ой, блядь. Сколько он стоит? Я поел блинчиков. Ты, блядь, точно уверен, что это очень интересно? Я просто суммирую вот эту вот нашу вылазку. И мы сейчас, значит, возвращаемся назад в номер. И потом будем кататься. Аркаша обещал мне ключи. Обещал мне ключи от своей машины. Если в конце этого видео будет такой, типа, кадр, где ты говоришь, блядь, ну не видно было, ну ты реально что-то, ну не видно было. Да маленькая царапина, заполирую, и все в порядке. Понимаю. Переживать. Нормально. Блин, а я-то и не знаю, кто там с ними еще, я только Джохана в лицо знаю.
Ну и кто с ними тусил? Я не знаю, сейчас он вообще тусит с ними или нет, Конопатый, который. Или где ты меня хлестаешь плеткой на капоте. На камеру и выложу это у себя, как эксклюзив. Тебя забанят. На камеру и выложу это у себя, как эксклюзив. Ради бога. Тебя забанят. Тебя забанят. Это наш отель, да? Да. А почему такой высокий, а у нас на втором этаже только... Это хороший вопрос, кстати, действительно. Знаешь, как женщина у ресепшена назвала вот этот канал? Речкой. Говорит, речка! Нормально. Мимо речки пройдете и дойдете до магазина. Класс. Прикольная речка. Ну, погода пока что еще такая себе, правда, душно, сильно. Что делать сейчас будем, ребят? Я помню, когда мы шароебились по Сочи, но мы шароебились по самому Сочи. Вверх, вниз. И духотища, духотища из-за того, что море рядом. Но зато переживать проще. Поедем заноситься борды, брать машину и ехать куда-то. Пойди в горы? Yes. Пойди в горы. Сели? Все сели. Все сели. Аркаша исполняет. Да что не исполняю? Не сразу бам! Навигатор настроен? Ты знаешь дорогу. Лицо не исполняет, Аркаш. Смотрите на его кислое ебало. Он каждый день так едет. Эй, бля. Ребята, словами это не передать. Это, бля. Сраный серпантин. Это посмертное видео. Он здесь, бля. Я помню, вот эту срань, этот гребаный серпантин, стрёмная херня, что писец, когда ты не привыкший. Просвистело, ай, встречка, ёбаный рот. Я не хочу с тобой играть больше. Я немножко архивировался в кресло. Ребят, я вас хочу агитировать за то, чтобы... Я вас вез, потому что со мной будет нормальная поездка в гору. У нас еще четверо людей, мы вдвоем с обракатимся еще. Напоминайте лихом, ребят. Я от скорости не испытал адреналин, а вот от дрифтов... Да, от поворотов, от поворотов. Да, это я до этого дрифт никогда не испытывал, даже как пассажир. А, то есть они еще и в дрифт зашли? Гении, блядь. Ну, я помню, когда мы ехали в Сочи, вот эти вот их серпантины, господи, тебя влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо. Еще и страшно, что писец. Поэтому это было в новинку, это были новые ощущения. А, красотыся, запах должен быть горный, если вы так подумали, но на самом деле... Здесь пахнет сортиром. Я только не могу понять, откуда. А вот Красная Ясно. Поляна. Там вдалеке Красная Поляна. Красивое место. Очень красивое место. Горы красивые. Ну, собственно, за счет гор это место и выделяется. Это и что, садок побольше? Красная Поляна справа. То есть, то не Красная Поляна. Садок прям рядом. Это Красная Поляна. А я всем говорю, что там Красная Поляна. Сегодняшний вечер заканчивается выходом на набережную. Вот море. Ничего не знаю. Вот там море. Бля, если что, лучше. Там море. Вот набережная, вот волны. Я слышу волны. Вижу буйки. Собственно, это... А у нас тьма. Не, ну что-то там лежит, блестит. Что-то вроде блтыхается. Это все, что у вас есть, мое описание моря. Хочу заснять... Как меня не видно. Тебе, да, вот Олег. Олег на фоне Сын моря. Посейдона. Олег на фоне моря. Олег на фоне моря есть. Олег на фоне моря в вертикальном видео. Олег на фоне моря. Олег, не делай так больше, Олег. Мы искали булочную. А эта инфа вообще, которая пойдет сразу в мусорку, это не пойдет, наверное, туда, на запись. Просто пускай все знают. Ну тогда нужно конструктивно все выложить как есть. Значит, мы хотели в булочную, но мы поздно захотели в булочную. Вот, и в булочной, значит, мы не были, потому что не успели до закрытия. И не то чтобы они закрыты, по-моему, они не закрываются уже навсегда, они сворачивают просто вывеску уже. Быть того не может. Слушай,
Навряд ли они закрываются навсегда. Он пошел узнавать. Значит, я перефразирую. Он сказал, что заведение закрывается навсегда. Капец. Как так-то? Возьми что-то тяжелое и уйди в море просто. Вот так вот поломалась жизнь человека из-за закрытия булочной. Вот так вот и было. Не мог подумать, что булочки так влияют на людей. Да, это наркотик. Будьте осторожны с булочками. Короче, ситуация следующая. Арендовать электросамокаты мог только Аркаша. Но почему-то ограничение на самокаты стоит в количестве трех. Поэтому мы с Аркашей, у нас медовый месяц. Вот, и мы пытаемся не уебаться. Спереди едет Олег. По-моему, нас только что оскорбили. Я тут в качестве подушки безопасности. Блядь, ты рулишь очень плохо. Я держусь за центр оси, блядь, я тебе не мешаю. Как тебе поездка? Блядь, перестань, я понимаю, что ты меняешь, ты болтаешься. Если бы ты стоял на месте, ты был гораздо проще съебать. Музыка, здесь музыка играет, и я захотел потанцевать немножко. Слушай, мы реально выглядим как пара. Понимаешь, что ты буквально с туловищем рулишь? Ну а мне похуй, я на курорте. Слушай, вопрос, а можно мне порулить? Ты что, ебанутый? Дай порулить. Я делаю лично, не с тобой. Официальный отзыв о приложении самоката Wash. Никогда в жизни не используйте это говно. Все. А мне понравилось, меня покатали. Конечно, я у себя. Аркаш, дай стичку. На самокате, вот сейчас я покатаюсь, сука. Аркаш, дай сиську. Дай сиську, меня не послышалось, окей. Можно не материть, а приём взрослый? Выглядели на этом самокате угарно вообще. Он, блядь, одной рукой снимает, его вот так колбасит. Я еду, пытаюсь, говорит, ты держишь, ты трясёшь. Блядь, я хотел со стороны снять, но, блядь, одной рукой на самокате еще сложно ехать. Я думал, что я бы снимал, я бы уебал. Я кайфанул. Мне нравится, когда Аркадий злой. Он когда злой, он забавный. Помыл руки. Руки помыл, блядь! А жопу помыл? Как я этим могу помыть руки? Я этим могу протереть только ладошки свои. Убери нахуй свою клешню отсюда, блядь. А где мусорка? Я тоже могу быть грубый. Понял ты, кусочек плохого человека? Почему у меня желудок, когда ты так делаешь, хочет обнять позвоночник? Это площадка. Сука. Ну заедь просто. Ну я понял, о какого ощущения он говорит. Что это за место, реально? Кто знает? Я не вижу, за света еще чуть-чуть. Это как будто здесь картинг был какой-то. Не, реально, здесь какой-то картинг был просто. Это все. Ёп! Господи, мать Иисусе, нахуй, где я, нахуй? Ёбаный твой харайс, нахуй! Пахнет горелым, блядь! Болтус, не повторяйте это. Это не есть это, как его. Не есть безопасно, вот. Ебать злобно, нахуй. Скажите, пожалуйста, я матерился? Я не помню просто. Я, знаете, никогда не думал, что мне когда-либо вообще пригодится молитва. Бля! Я молчал, заметь. Если я крикну, сегодня вас нету, это из-за этого. Это мои ноги. Пока что они у меня остались. Добрый вечер, мистер Жук, у вас из жопы что-то торчит, можно я это у вас заберу? Яйцеклад? Я с ним подружился. Итак, суммируем день номер один. Сегодня мы покатались, съездили в Адлер, покатались на замечательных электросамокатах, попрощались с булочками. С булочной попрощались сегодня еще. Мою мать, ты будешь настроение портить. Я суммирую. Почему ты это вспоминаешь? Помни, как мы... Гля, как он расстроился из-за того, что булочная закрылась. Капец. Хорошо катались на машине. Мы покатались хорошо. Так я это сказал, я это не забыл упомянуть.
какие мужчины идут спать. Итак, у нас сегодня на часах ровно второй день. 14:22 минуты. Олег играется с ножом. У него явно какое-то прошлое криминальное. Олег, покажи свой мастер-класс. Что это было, блядь? Вот, сегодня мы едем в Адлер и будем там проводить свой грустный день, свое грустное существование, потому что погода пока что не радует. У нас до сих пор душно. У нас, я говорю, у нас уже, знаешь, как будто мы тут уже местные. Погода говно до сих пор. Ну как говно? Говно для того, чтобы пойти покататься на сабордах и насладиться морем. Мы в Адлер. Посмотрим, какое развлечение мы найдем себе там. Поехали. Значит, сегодня мы решили воспользоваться услугами каршеринга. А? Кто вперед? Здорово. Участвуешь? Почему мы решили воспользоваться каршерингом? Убери еду, я не голодный. Мы едем в Адлер. Зачем? Чтобы немножко расслабиться. Давай так мы это сформулируем. Поэтому мы сегодня не на М-ке, мы сегодня на каршеринге. У меня ничего не капает. Поехали. Мы едем куда? В море, мол. В море мол. А море мол не в Адлере, а в Сочи. В Сочи. О, там я был. Не в Сочи, а в Сочи. Самое интересное, посмотрели там первый раз единственный IMAX или еще что-то такой. Не увидел особой разницы. Не, ну конечно разница есть. Меньше людей, больше экран и прочее, но что-то какого-то охеренного качества не помню. Но было не прикольно, да. Не в море моле, а в Адлере. Адлер находится в море моле? Да. Олег, как вам наша поездка? Замечательно, мне нравится. Будешь что рассказать маме? А у нас тут неожиданно, негаданно вышло солнышко. Вот это сюрприз. Я выгляжу как долбоёб, блядь. Ну посмотри. Я всё ещё не моргаю. Ай, не погоди. Долбоёб, блядь. Ну посмотри. Я всё ещё не моргаю. Ай, не погоди. На твоем фоне я хорошо выгляжу. Что ты не делаешь? Не моргаю. Да зачем ты это делаешь? А почему бы и нет? Но в чем смысл? Его нет. Да если нет смысла, зачем это делать? Смысл не моргать. Не моргай, чтобы не моргать, нужно иметь смысл не моргать. Но зачем, непонятно. А почему бы и нет? Моргни. Ради матери. Запатил так дешево. Резкое спонтанное движение. Любое движение могу сделать. Спонтанно. Ну да, главное, чтобы оно было спонтанным. Блядь! По-моему, достаточно спонтанное. Взорвано. Конничуа, ты кунгензю, он гол. Я у типа взорвано это, подзорный кулак. Он взорванный, уаца. Знаешь, вот есть такой оборот. Ты что, выебываешься, что ли, блядь? Ты что, выебываешься, сука? Ты выебываешься, что ли? Я пока ты не теряешь знаю. Энергию. Ты выебываешься, ты теряешь момент. Ты выебываешься? Ты не в моменте. Ты выебываешься, что ли, блядь? Ты что, выебываешься? Ты выебываешься? Я не понимал, чем... Я не понял, чем он мне угрожает. Я не знаю, пока. Что за... Ой, блин. Мы приехали в мол, море мол. Ты охуел, блядь? Ты до кого доебался? Столбик. Чтобы покушать и купить объектив, если найдем, для беззеркалки, потому что у меня нет такого широкого объектива. А вечером снимать на эту штучку опасно, потому что она мало света. Что? Нет, мало света. На эту штучку опасно, потому что она мало света. Что? Нет, мало света. Не, может взорваться. Заткнись, нахуй. Точно может. Смотри. Отойди туда, ударь себя и вернись назад. А еще самое важное, почему мы сюда пришли. Нам сегодня нехуй делать. Собственно, мы весь день потратим на мол и на Адлер.
Значит, в ТЦ мы были, это было уже давно, сейчас уже темно, мы телепортировались в Адлер, на набережную, сейчас уставшие, хотим опять есть, хотим найти место, где мы можем перекантоваться и перекусить, значит, спасибо, восьмерка не видно, темно, не видно восьмерку. В общем, смотрите, что у меня здесь в кармане для вас. Опа, ебать, телепорт в следующую сцену. Ну, короче, мы сходили просто в бар, сели по салату и, в принципе, сейчас собираемся домой. A few moments later. Итак, ребята, мы зашли и поели еще один салат «Цезарь». Очень оказалось много курицы. Погоди, убери это, я не курю, блядь, что? А нету ничего покушать, блин, да, Тим. Собачка. Если бы я не наебнулся Цезарем, то я бы вам дал бы покушать. Хорошие собаки, адлеровские собаки. Я хочу в сумочку положить собачку. Взять с собой и обнять собачку и спать с собачкой. Итак, у нас третий день. 4 часа? Ебать. Вот наш завтрак. Да. Идите колотить. Чё они делали? Что в 4 часа встали? Аркаш, как видите, вчера было хорошо. Очень вкусно поел. Сытно. Сытно поел. Олег... Да, по лицу Олега все понятно, в принципе. Ему хорошо. Да. У него все отлично. В общем, сегодня у нас планы... Наполеоновские. Идея фикс дня – прожить этот день. Пока все живы, целы. Здорово. Посмотрим, что будет ближе к ночи. Короче, мы пришли попить кофе. Кофе мы почти уже допили. Я вот не пойму, они это как там подтраванули с салатиком, что ли? А то они какие-то прям печальные были. Пили очень вкусный. Вкусное, вкусное. Мы это пережили. Я опять попал в эту ловушку, в эту воронку, блядь. Давай так, смотри. Просто смотри. Смотри на меня. Кофе. Он. Гений. А, ну да, логично, разумно. Наверное. Кофе. Дальше что будет, не знаю. Привет, мальчик. Здесь вот ты, я же хотел, знаешь, просто монолог, но ты опять пиздел. Почему микрофон не попросил, блядь, говна ты кусок? А он снимает еще. Ну, в общем, в номер. Будем просто раскисать. И на этом сегодняшний день мы завершаем. Давай я пойдем за угол, поговорим. Не, отойди, отойди. Иди сюда, я хочу. Слушай, бля, ты портишь мне мое видео. Слушай, бля, наверное. Ты портишь мне мое видео. Я тебя сейчас просто здесь разъебу, они даже не узнают. Ты понял, бля, еще одно нахуй. Я тебе заплачу. Еще одно. Сколько? Ну да, точно, уйдешь в микрофон. Конфеты. Этого мало. Давай трахнем. Значит, будем сейчас просто раскисать, и на этом этот день завершится. Я сейчас сделаю переход, надеюсь, это будет переход не в очень странное место, в очень позднее время. А это будет переход в завтрашний день. Ясно. Переход состоялся в странное место. Что за тупая игра? Это было слишком, это был удар ниже пояса. Ha ha ha!
все. Не выдержали. Блять. Бедные сосиски, они из них делают отбивные. Нет, записи не останется. Запись этого стрима будет только на Boosty в платной подписке для просмотров стримов. Но будет отдельно выкладываться как видос. Раскидывает сосиски. Он мне в ухо, блядь, струю пустил, блядь. Ебать. Это все твои слюни. Смени майку. Какая же хуйня. Абсолютно. Итак, всем здравствуйте. Это у нас уже четвертый день, получается. Число 21. Четверг. Четвертый день. Вот как оно. И пока Аркаша смывает себе позор вчерашнего дня, я опишу, что мы сегодня будем делать. У нас что, здесь блядь? Настя? Настя в другой комнате. Ей неинтересны влоги. Ну и, как я говорил не единожды, канал, собственно говоря, мой. Но большую часть реакций, именно реакции, мы снимаем вместе. Какой такой позор вчерашнего дня? Трэш, блядь, с водой и сосисками. У нас, кстати, сегодня солнышко соизволило выйти. Не знаю, надолго ли, потому что все равно какие-то тучки наблюдаются на небе. Но я думаю, это не сильно повлияет на наши планы, да? То есть у нас по-прежнему никаких планов на сегодня. У нас по-прежнему просто выйти куда-то, походить, кстати, насчет воды. А потом вечером походить, покушать. Охуенно отдыхаем. Но по-любому каким-то чудом мы ляжем в 5 утра. Ну, естественно, Настя часть канала, потому что Настя часть моей жизни. Как и канал часть моей жизни, на который попадает очень многое. Поехали. Просрали, значит, еще один день. Ничего не сделали. И под конец вообще пошли в Бургер Кинг. И теперь мы чувствуем себя использованными шлюхами. Сними. Кого? Шлюх. Саш, что это у вас такое красивое? Алло. Раз, два. Для потомков. Он не традициональной сексуальной ориентации. Я сказал, что это очень хороший парень. Пойдем, я... Во всяком случае. Я понимаю, что это не так. Я хуйню сказал какую-то, блядь. Итак, у нас сегодня 22-е. Ёбаный день сурка каждое утро. Вот серьезно. Каждый день повторяется одинаково. Но мы сейчас сходим покушаем, потом сходим в магаз, а потом... А потом, не знаю, мы в Пятерочку. Смысл от подкаста. У меня нет такого желания и такой идеи.
Антон Степанов, мы... В общем-то, обзоры-то и не делаем, мы делаем реакции, а Ваха у нас вся заказная, потому что ее столько назаказывали, что просто так ее смотреть смысла и не имеет. Там роликов с запасом на дофига вперед. Потому что, как бы, она не выкладывается часто. Поэтому она вся заказная. Ну, смысл в подкасте, подкаста в подкасте, это для тех, кто хочет делать подкасты. А у меня нет ни желания, ни идеи для подкастов. Зашли. Ну, как-то так. Я тут кое-что понакупал. Вот, О, клевые десертики. Тут, значит, тарелочка, миска, кружка и что-то еще. Ну, с феями. Я тут кое-что купил. С феями? По-моему, с принцессами. Что еще? Да, с принцессами. Ну, с феями. Я тут кое-что купил. Значит, я возьму даже. Прокаш. А, что это? А, хуй, это тарелки? Это набор. Что ты делаешь? Шутка может закончиться тем, что ты поставишь это на место. Я не шучу. Я буду использовать это как унитаз. Глубокую. Ну, свою можешь использовать. То есть, свою там две? В смысле, свою? Это набор. Ну их... Хлопья, ты хочешь хлопья? Слушай, принцесса. Что делать потом с этим, когда вот закончится отдых? Забрать домой. Слушай, когда ты попросишь у меня эту тарелку, когда она останется последняя чистая... Я, по-моему, старый. Нет. Да. Ты не опустишься на такое дно. Ну красивая же. Ну прикольная. Зря он гнал на фей. Фея хранительная. Ну а чё, почему нет, если ему нравится? Ты будешь обязан это привести к себе. Почему? Мне похуй. Почему? Тогда ты это к себе. Хорошо. На, он нашел где-то жабку. Да не за что просить прощения. Никак я не ухаживаю за волосами, кроме того, что мою каждый день голову, и то только потому, что у меня очень жирная кожа головы, и жировые пробки, сальные пробки закупоривают мне поры, и у меня волосы нормально не растут. А так никак я не ухаживаю за такой длиной волос, просто мою голову. Два раза промываю каждый день, и все. Ну, раз в неделю делаю пилинг, чтобы... Пробки подрозетывались. Собственно говоря, поэтому я так часто башку и чешу. Потому что у меня башка чешется вот абсолютно всегда. Искупался, не искупался. Насрать из-за этих сраных сальных пробок она чешется. Слушай, это не так страшно на самом деле. Лягушек? Я хочу, чтобы ты с ней спал. Слушай, это же просто декоративная фиговина. Ее можно просто положить и не трогать. А из этого нужно есть. Зачем эта хатырка? Ты знаешь? Знаю. Чтобы она не крякнула. Кстати, у этой жабы нет баркода, у нас будут проблемы на кассе. Мне похуй. Окей. Мы скажем, что она нам очень сильно нужна. Пиздец. Знаешь, уже магазин весь перерыли, чтобы найти. И в конце просто дарят ее. Вопрос. Да. Не пробивается? Он уже заранее начал переживать. Да, нету баркода. Нам она это очень нужна. Очень важно. Ах, Антон Степанов, я долгое время, года два назад, ходил с бородой. В старых реакциях у меня есть борода. И я знаю, как она у меня смотрится. Пока у меня желания нет. Хотя, возможно, вот будет не бритябрь, я и не буду какое-то время бриться. А здесь бархода есть, смотри, какой большой. Я покажу. Вот такой вот баркод здесь. Слушай, самый отвратительный челлендж и испытание для кассирш – это находить продукты без баркодов. Она не очень довольна. Тебе нужно придумать ей имя.
Лариса. А что с жабой? Это Лариса. Она невкусная. Это жаба. То есть им ее все-таки просто подарили. Нам эта жаба по итогу досталась бесплатно, потому что у нее нету баркода. У нашего оператора периодически проявляется болезнь куриной слепоты, просто смиритесь с этим. Всем привет, кто подошел. Всем добро пожаловать. Она что-то попыталась найти баркод, баркод не нашелся. По итогу сказали, это вам так. Эту штуку я так вам отдам, она сказала. Это Лариса. Ну может рубить ей голову и носить. Нет. Сучара, бля. Ты что, опять лещал дать, да? Опять? Вообще-то я тебе вчера дал леща. Это пиздёж. А, да. Реально. Бля, на самом деле хорошо, что ты забыл. А ты злопамятный? Нет. Вот это мы покупали, чтобы кататься, чтобы плавать. Это ты не покупал, во-первых, во-вторых, это я просто принес. Ты заебал перебивать ведущего, это шо, хуй? Тебя Ларису в жопу засунуть. Ну я готов. Вот, и на самом деле, я надеюсь, что вот эти вот унылые дни мы как-то переживем до воскресенья, а потом найдем место, где светит солнышко, где все блюют радугой и какают тортиками, и мы там в солнечную погоду возьмем вот эти вот штуки. Он что, выебывается, блин? Я иду бить ебальник. Кому было больно? Кого-то ударил. Этот собор ногой или рукой? Сдай мне. Закройте свой дверь, пожалуйста. Ладно. Доброе утро. Доброе. И все-таки вот этот хлоп я нахерачил в чашку с Ариэль. Доброе утро. Добрый. Добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня шестой день, и он у нас начинается с прачки. Стоим, ждем, пока наши грязные вещи станут чистыми. Сегодня у нас есть повод съездить в Сочи, потому что там проходит сегодня БК-фест. Не знаю, я не особо, как и ребята, тащусь от такого вида мероприятия, но, возможно, мы там ненадолго задержимся. Посмотрим, как все пойдет. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как крутятся трусы Аркаши. Твоя очередь. Фу, если кто не понял, что тут происходит, объясняю. Лесенка. Мы решили сыграть с Аркашей в лесенку, пока стирают. Халтурит. Он руки не до конца распрямляет. Наши панталоны. Когда бы мы еще это сделали? Если... Буду ли я проходить Space Marine 2? Ну, очень-очень вероятно. Хотя на самом деле в ближайшее время сильно много игр на канале больше не будет. Потому что я задолбался и решил забить на что-нибудь хер и отдыхать. И уделить больше времени тому, что не успеваю. Что действительно развивает канал. А, про ТОФ и про Геншин можете вообще забыть. Если бы не во время стирки. Хочу ударить тебя с разбега. Сука. Подъёбы. Я решил, что игры я больше стримить не хочу. Пора с этим что-то делать. Поэтому в ближайшее время особо игр не ждите. Хочу ударить тебя с разбега. Проводим время с пользой.
на канале мистера Мармука. Блин, было солнце. Опять тучи. Не отлынивай. 10 раз. Поехали. Спонтанный тверк. Кстати, вы знали, что если аккуратно подбираться к крапиве, она не колется, не жалит? Не знали? Нет. Вот берешь. Блять. Сейчас я сохранюсь, F5. Вот. Видишь, не больно, если медленно. Я так делал в детстве. Доставай трусы. Вещи постирались, но они теперь мокнут под дождем. Класс. Мы назад в номера. И погода опять хуйня. Ребят, с прискорбной ноткой хочу сообщить вам, что погода портится опять. А только что было приятно и светло. Да про погоду уже похуй на самом деле. Она портится каждый день. Мы хотели попасть на ВК-фест. Уже можно говорить хотели, да? Я не знаю, но мы пока... Или еще хотим. Ну, пока можно. Ну, в общем, если сюда посмотреть, то видно, что тут пробочка. И мы ехали навстречу, да, то есть у нас заезд справа, а мы ехали навстречу. И получается, мы едем, чтобы вернуться, а мы видели, куда нам возвращаться, и какой там поток машин, металла и биомасс. И мы не туда не хотим. Короче, вот она очередь на ВК-фест. Вот настолько сильно мы хотим на ВК-фест. Как бы мы уже развернулись и идем в обратное направление, потому что очень сильно хочется в туалет. Очень сильно не хочется на ВК-фест. И очень сильно не хочется кого-то обоссать, поэтому мы пойдем в туалет куда-нибудь в другое место. ВК-фест охренительный. Правда, мы его не увидели. Отлично. Поэтому, наверное, в наших головах он и охренительный, да? Мне очень понравилось. Очень понравился, если не смотреть, прям охуенно вообще. Итак, у нас сегодня 7-й день, воскресенье. Новый день, новые возможности, которыми мы не воспользуемся. Потому что погода, ёбаная погода. На сабордах мы не покатаемся, я чувствую. Но у нас другая идея фикс дня. У нас сегодня выезд. Мы меняем место дислокации, потому что по 24 число у нас этот отель, то есть до воскресенья. И сегодня в приоритете переезд. Но вон если оно, успеем, что? Мы поднимемся на канатку. Я интересно. Возвращаюсь назад. Вчера опять же ничего интересного. Что происходит? Думаю, куда наклацал? Так, сейчас микрофон есть, это есть. Хотел паузу поставить. Интересно, зачем это они так решили? С переездом. Ну, типа, это на это время надо тратить. Как по мне, удобнее это. Сразу же в одном месте жить. Питер, Москва. Мы живем в Ростовской области и совершенно не в самом Ростове. Канатку. Я возвращаюсь назад. Вчера, опять же, ничего интересного не произошло. О, нет, мы вчера были на ВК-фесте, как вы помните, да? Так вот, после... Хорошо, что мы ненадолго там задержались, на самом деле, потому что кто знаком с новостями, тот знает, что вчера там... Люди плавали там, где это не предусмотрено, и машины просто смывало. Даже были жертвы, так что... Ебать, хера себе. Я не слежу, поэтому я не в курсах. Нам повезло, я считаю. И это прискорбно и плохо, еще потому что мы хотели подыскать хату, на самом деле, в Адлере, либо отель, но сейчас уже не варик. Так что, скорее всего, мы где-то рядом заселимся. И если успеем, как я уже сказал, поднимемся еще и на канатку. Как же плохо эта камера снимает в помещении. Да не, нормально. А снимаю я на нее, потому что один из наших товарищей, по совместительству мой оператор, Олег, который ходит с камерой вокруг меня, приболел. У него вчера резко поднялась температура. Вроде как траванулся, вроде как. Печально. Нет, непонятно, что с ним. Это самое обидное на это поездке какой-нибудь, когда тебя
начало колбасить, и тебе нехорошо. Скорая отказалась приезжать, потому что оно, он же еще жив, правильно? Но в скорой просто расписали перечень препаратов, которые нужно купить, чтобы Олег самозалечился. Надеюсь, с ним все будет хорошо, а если нет, придется его таскать. Или пристрелить. Тогда не будем. В колено хотя бы, по приколу. Позвольте, мы собираться в новое место. Это отель или дом? Отель. Надеюсь, не лес. Пришел Аркадий с новыми новостями. С новостями. Новыми новостями. Новые новости, это как старые старости. Это как мокрая вода, как водяная вода. Как конченый долбоеб, да? Пришел Аркаш... Блядь, я же черный, еще надо ракурс подобрать правильный, блядь. Пришел Аркаша с новостями. Короче, мы переезжаем прямо сегодня. Мы еще переночуем здесь одну. Короче, мы не переезжаем прямо сегодня. Мы еще переночуем здесь одну ночь. Потому что то место, куда мы хотим переехать, это дом. Он находится здесь же на Красной Поляне. Но он свободен только с завтрашнего дня. Так что мы должны здесь еще одну ночь переночевать. Уходи из кадра. Блять, я собрал чемодан уже. А мы остаемся. Лох. Получается, теперь у нас появилось время, чтобы пойти на канатку. 5 часов вечера. Если бы ты сказал мне это 3 часа назад, я бы сказал да, а теперь нет. А что мы тогда сегодня будем делать? Просто пойдем поедим, а потом купим нож. Зарежем Олега. Спасибо за спонсорство, класс. Итак, что мы имеем? Значит, немножко планы шифтанулись. Поедем? Или пойдем просто прогуляемся, поедим? Да. Как называется то место? И не зазорно просто озвучить это место, потому что хорошее место на самом деле. Мы уже, получается, 3-й раз там будем. Каждый раз очень вкусно. Будем есть там 3-й раз. Поехали. Ну вот, собственно, то самое заведение, в котором мы уже 3-й раз едим. Очень хорошее. Называется оно Пхали Хинхали. Название интересное. Это ни разу не реклама, очень вкусно, кстати. И мы сейчас... Он деньги попытался засунуть. И мы сейчас зайдем сюда опять есть. Мы возвращаемся назад в номера. У нас были мысли поехать на канатку, но по итогу поедем опять в Адлер. Просто прогуляемся, просто убьем еще один день сурка. Мы абсолютное говно. И сегодняшний день такое же... Абсолютное говно, как и мы. Ну, охрена ожидать, когда задроты выбрались на это, на вылазку, так сказать. Есть время для того, чтобы исправить. Хуило, да, есть. Всегда есть время для того, чтобы исправить. День еще не кончился, сейчас всего лишь 9:30. Что будет дальше? Сладких снов. Я хочу взять интервью у Кирилла. Многоуважаемый мистер Кирилл, есть какие-то еще ожидания от сегодняшнего вечера? Конечно, есть. Посмотри, что он сделал, блядь. Нет никаких ожиданий. Я хочу одну вещь сделать. Абсолютно. Что ты сейчас хочешь, Кирилл? Чтобы он не ударил мне по... Поздно. Твое желание не сбылось. Я хочу взять интервью у агрессора. Господин... Агрессор Аркадий, чё, какие у вас ожидания от сегодняшнего вечера? Ну просто пошути, ты же ютубер. Сука, блядь! Хорошо, вот вам обзор тогда на наш номер. Очередной, блядь. Настолько здесь нехуй делать. Комната Аркадия, пожалуйста. Сразу видно, какого типа это человек. Вы посмотрите у него. Здесь ничего. Я здесь сушил вещи, между прочим. А теперь сделаем обзор на мою комнату. Я хочу оправдаться. Здесь ровно так, потому что мы сушили вещи в сушилке, в прачечной. Затем мы раскладывали здесь, чтобы посушить вещи.
И потом я просто их не убрал. А сегодня я спал днем. А потом мне было день убраться. Но до этого тут было чисто. Я до этого все убрал. А теперь, пожалуй, мы перейдем к обзору моей комнаты. Смотрите, уебок, что сейчас делает. Скотина. Блять! Вы довольны собой? Ну я не уебан. Вы извините меня за такую трясущуюся камеру. На самом деле, я не взял штатив и не собирался. И, в принципе, ну я такой блогер лайт, блогер налегке. Завтра будет интересный день. Ого. Почему он завтра будет интересный? Потому что завтра мы утром, пока будем переезжать в другой отель, поставим машину и поедем вверх к красоте. Кирилл, сними мою позу операторскую. Что, я все сказал? Да, завтра будет замечательный... Блядь, Кирилл. Тут завтра действительно... Наконец-то мы поднимемся на гору. Возможно, кто-то даже спустится не по канатке. Мы планировали сегодня подниматься на канатку. Не поднялись. Мы планировали сегодня переехать? Не переехали. Мы планировали сегодня поехать в Адлер? Не поехали. Кто мы? Зачем мы же существуем на этой... Как вам блог? Вам нравится? Нам не очень. Купили пластилин. Вот он. Это у нас тут так проходят творческие вечера. Это для BDSM вечеров. Мерзкие люди, мерзкие люди. Вот, кстати, моя миска с феями. И русалка, и там русалка. Там только русалка, там... Я съел пушок с микрофона. Там... Это, ну, что там заглотил? Ель. Как называется эта скульптура? Наш сегодняшний день. Эта инсталляция называется «День воскресения». Потому что именно так мы себя ощущаем, именно так проходит этот день. Но почему-то какашка розовая. Логотип Ubisoft. Блять, вот достаю микрофон, чтобы вы понимали. Достаю микрофон, хочу что-то записать. И начинается пиздеж. А есть второй микрофон? А он не хочет второй микрофон. Мне пофиг. Скажи спасибо, что у меня хорошая реакция. Что? Нет, я теперь не понимаю, зачем он в руках у меня находится. Что ты хочешь от меня услышать? Да я сам не знаю, просто хожу. Ладно, хорошо. Тебе просто нужен повод попиздеть, знаешь? Я просто так. В заложниках. Кто-то сказал, Кирилл, держи его. А это картина, которая смотрит на нас каждый день. Это олень. Она напоминает нам очень цветастые о сущности красивые наших олей личностей. Говно. Сколько, блядь, ты будешь в оленя смотреть, я не могу понять? Столько, сколько он будет на меня смотреть. До новых встреч. Ну чё, в общем-то было интересно. Спасибо за просмотр, увидимся в следующей серии.